На базе аварийно-спасательного отряда Щелковского центра гражданской защиты состоялся большой праздник. Поводов позвать друзей было целых два. 8 февраля отряду исполнилось 16 лет, а его талисману Марусе Леонидовне 7. Вот тебе, пожалуйста. Маруська, с днем рождения, да. Гостей ждала насыщенная программа. Почувствовать себя спасателем в этот день мог каждый. Так желающих погрузиться в гидрокостюме в ледяную воду Клязьмы оказалось трое. Пока плыла до того берега, у меня были мысли: бедные ребята, какие они молодцы, спасают детей, спасают взрослых, которые выходят на тонкий лед. Сотрудники Щелковского центра гражданской защиты не только спасают людей, но и проводят большую профилактическую работу. Так, например, на станции регулярно проходят экскурсии для школьников. Ребят привлекают к разным активностям, помогая понять, насколько нелегок труд спасателей. В этот раз в эстафете приняли участие взрослые гости станции, а эмоций у них оказалось не меньше, чем у школьников. Я принял участие в эстафете в костюме спасателя. Был этот ряд мероприятий, которые мы должны были сделать. И я на себе почувствовал те трудности, сложности, которые испытывают спасатели во время проведения спасательных операций. И от себя лично я хотел бы им пожелать поменьше работы, побольше спокойных выходных, спокойных рабочих дней. После всех активностей гости праздника могли угоститься гречневой кашей и горячим чаем, пообщаться с единомышленниками, с которыми объединяет любовь к четвероногим друзьям. Ай, кусь! Отряд «Корги спасателей» появился в 2020 году. Вступить в него может абсолютно каждый, будь он корги или нет. На сегодняшний день корги-отряд насчитывает более 500 участников. Мы побывали на празднике, день рождения Маруси и спасательного отряда. Мы очень рады состоять в этой компании. Здесь очень хорошие люди, и я рада, что есть такие люди, которые создают такое тепло, уют и праздники для людей и своих животных. За плечами участников аварийно-спасательного отряда 16 лет работы. За год отряд совершает более 1000 выездов на помощь населению. Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий, пожары, поисково-спасательные работы в природной среде. Все это будни нашего отряда, который насчитывает сегодня 40 человек. Благодаря этим людям щелковцы могут чувствовать себя в безопасности, быть уверенными, что помощь всегда рядом. Я хочу поблагодарить свой личный состав, потому что работа очень серьезная была. Я хочу поблагодарить за постоянную поддержку главу нашего городского округа Андрея Алексеевича Булгакова. Я думаю, что нам перед ним не стыдно, мы все для этого делаем. Потому что он очень много уделяет моментам нашего быта, нашей жизни. Но мы стараемся не подводить. Количество людей, которые пришли на праздник, показатель того, что жители видят и ценят работу наших спасателей. Присоединяемся к благодарностям за труд и поздравлениям и мы. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.